Уже с самого утра на заднем дворе сочинских электросетей появилась колонна автомобилей. Украшены они георгиевскими лентами и лозунгами. Развиваются флаги России и Советского Союза. Ранний сбор энергетиков неспроста, ведь колонна должна пройти длинный путь. И задача на членов экипажей возложена ответственная. Обязательно отметить и склонить голову дань уважения ветеранам Отечественной войны. Всех мы их по районам знаем. В каждом районе они у нас есть, и значит, заготовлены отдельные подарки, сюрпризы, хорошее настроение. Энергетики не только возложат цветы к памятным местам и монументам. В рамках акции они встретятся и с самими героями, ветеранами войны. Подготовили памятные подарки, в том числе телевизоры. Без внимания не останутся и ветераны труда. Участники автопробега их поздравят тоже. Активность проявила молодежь. Пока молодежь общается с ветеранами, это люди, которые подарили будущее нам, нашим детям. Мы сможем правильно воспитать своих детей. Молодежь должна общаться с ними постоянно. Пока мы с ними общаемся, жива эта история. По ходу движения экипажи посетят памятник павшим воинам в Сергееполе, возложат цветы к вечному огню на мемориале «Горка героев» в Лазаревском. Последним пунктом победных экипажей станет мемориал защитникам Туапсе на горе Батарейка. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.